Автомобилистам, прежде чем совершить маневр, придется решить головоломку. На Желябово нанесли дорожную разметку так, что возникла путаница, кто в своей полосе, а кто нет. В случае аварийной ситуации разобраться будет непросто, кто прав, кто виноват. В самом центре Твери, на пересечении улицы Желябова и Тверского проспекта, сделали новую разметку. При этом старые обозначения, выдержавшие удары стихий, снега, дождя и активное автомобильное движение, остаются вполне читаемыми. Поэтому две четкие белые линии вызывают путаницу у водителей. Так, при перестроении теперь есть риски притереть авто в соседней полосе. Пока что границы не стерли и не закрасили, что может еще больше накалить и без того нервную обстановку в пятничной пробке. Водителям стоит быть внимательнее, маневрируя на этом участке дороги.